Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и это продолжение прохождения чудесной игры Shenmue в рубрике «Лучшие игры», 25-я, предпоследняя его часть. I should go out and get some fresh air. Were you just with Nozomi-san? No, something happened to her? Well, Aida-san just phoned. And it seems Nozomi-san hasn't come home. What? Nozomi-san said she was meeting you. Aida-san said she can't reach Nozomi-san. Hello? It's Ryo. Terry's waiting. Who is this? You meet us behind warehouse number 17. Don Ryo, it's a trap! Nozomi! If you don't show, I'll make her cry. Don't you dare touch her! I'll give you 4 hours, or else, behind warehouse number 17. Ine-san, I gotta go. Ryo-san. Итак, дорогие друзья, мы встали ночью, и, похоже, Терри сам до нас добрался. Как они и обещали, они решили надавить на самое больное, на наших знакомых. If I don't leave Dobuita by 3, I'll never make it. Итак, нам нужно как-то добраться, но... автобусы уже не ходят, на зоме похитили, мне надо быть у склада номер 17 в 3.30. Итак, мы скорее отправляемся на остановку, хотя надо проверить, может быть, все-таки они еще ходят. Я не помню, по-моему, какие-то автобусы после 12 еще ходили. Терри и этот карлик, они явно сговорились, явно работают вместе и, как я уже сказал, надавили на самое больное, на наших знакомых и даже на более больное, на нашу любимую. Хотя Рио пока и не сознается сам себе в этом. Но время спешить, время спасать нашу драгоценную. Пока что уверенно двигаемся, может быть, даже еще и успеем. Давай, Рио, давай, давай. Сейчас пойдем по короткому пути. Через проселочек. Здесь быстрее. Здесь быстрее, здесь быстрее. Как неожиданно развиваются события. Мы всего лишь встали вечером, чтобы прогуляться, и тут такие новости. Да. Весьма-весьма плохие новости. Итак, у нас еще осталось всего несколько минут до половины первого. По-моему, там до половины первого автобусы ходят. Сейчас мы успеем. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы должны успеть. The buses have stopped running. Now нет, what do I do? Автобусы уже не ходят, к сожалению. Да. Так, с автобуса не ходят. Плохо, плохо, плохо. Мне срочно надо в порт. Я не успею. Назовем похитителя, мне надо быть у склада номер 17. Так, 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 нам нужен транспорт. Давайте попробуем, у нас были мотоциклы. О, подождите-ка. Сэр, сэр, сэр. Excuse me. Sorry, I'm in a hurry. Да мы все спешим, мы все очень спешим. Тома, конечно же, не будет с его палаткой. Да, его нет. Давайте сходим в тот райончик. Такой более райончик для взрослых, так сказать. И, может быть, там кто-то есть, кто-то одолжит нам байк, потому что других здесь я не вижу способов. Oh, hello there. Come by the slot house sometime. Нет, 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 нас это не интересует. Нас это не интересует. Так, байки. Байки, байки, байки. Никого нету. Никого нету. Очень плохо. Это очень плохо. Такс. Hi there. I have to get to the harbor fast. Well,
I wouldn't know. Real sorry. I see. Такс. Yeah? Do you want something to eat? Нет. No thanks. I'd better go. Oh, you're so boring. Да что ж такое-то? Такс, Назоми, да, Назоми, ее же похитили. Я уже хотел обратиться к Назоми, но потом вдруг вспомнил, что именно ее похитили, именно ее нам нужно спасти. Так, что же делать-то? А, стоп, точно, у нашего друга был байк. У нашего знакомого был байк, и он находится прямо в Сакурагаоке. Так, скорее спешим. Спешим туда. Надеюсь, он будет дома и одолжит нам его. На велосипеде мы туда точно не доберемся. Других видов транспорта здесь, кстати, заметили? Ни у кого нет машины. Ни у кого здесь нет машины. Машина это очень круто. Для тех времен. Хотя, если мы посмотрим на дорогу, там все на машинах ездят. Итак, вот он, байк. Вот он, давайте позвоним нашему другу. Так, скорее. Ито, помоги нам. Yes, who is it? It's Rio. Ah, Rio-chan, just a moment. Hey, Rio. What's up? I need a favor. Oh, sure. Come on in. Can't. I'm in a hurry. Can I use your motorcycle? My motorcycle? Sure. Catch. Thanks. Don't drive too fast. I won't. Later. Мы отправляемся за Назоми на этом шикарнейшем байке. Уже 3 часа, мы приехали? Наверное. О нет! Нам придется ехать! Нам как раз придется ехать. Так, правая кнопочка у нас это езда вперед. Ага, левая тормоз. Значит, не тормозим. У нас 2 минуты всего, чтобы добраться до порта. Так, тихо. Тихо, отлично. Фух, вошли в поворот. Да, это посложнее, чем ездить на погрузчике было мне. Намного сложнее, чем ездить на погрузчике. Здесь с аналогом, конечно, было попроще. Но что делать? Приходится ездить именно так. Фух, так. Главное входить в повороты ровно и не задевать бортики. Отлично, вот это не отлично. Было не отлично, скорость надо где-то 120 держать, ну хотя бы 100. Потому что иначе мы просто не успеваем. Здесь нет заносов, поэтому приходится вот так вот. Боже мой, уже минута прошла. Минута прошла, а мы только разгоняемся. Да, гонки тут не из простеньких. Совсем не из простеньких. Давай, Рио. 120 не предел. Отлично. Фух, 30 секунд. Успеем ли мы? Даже не знаю. Скорость 160 просто зашкаливает. Туннельчик. Довольно сложный туннельчик. Приходится скорость сбавлять до 120. Но ничего. Ничего, нас уносит, конечно. 15 секунд, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мы успели! Фу, на последней секунде. Давай, Рио.
Looks like we got a rat, eh? What? The king of the harbor don't like rats. Like a sewer rat, always sniffing around. Ну, кажется, нам надо проучить их. Think we just let you pass? Нас нет на это времени. Что же с вами не то, а, ребята? Вот так тебя сейчас мы уделаем. Захват, я сказал. Вот так. Куда это ты нам бьешь, а? Думаешь, все так будет просто? Захватом тебя сейчас. И... вот так. Вот и все. Ребятки. Слабачки вы еще. Зеленые. Да. You made it, huh, boy? Where's Nozomi? What's your hurry? Have some fun with us. О, мы сейчас этим непременно займемся, ребята. Именно весельем мы сейчас и займемся. Начнем с отличного захвата, а потом удар ногой. Где мой любимый удар? Ах ты! В зеленой курточке! Поплатишься за это. Вот и все. А, нет. Подожди-ка. Кажется, ты хотел нас побить. О, слушайте, он сильный, он выдержал этот удар. Довольно неплохо. Куда ему против нас? Захват! I got you now. Enough. Aw, Terry, let me have some fun. I haven't had enough fun yet. Hey, you play with him. That's okay. I'm cool. Oh, no, Ryo! Nozomi. Are you all right? Yes, I'm sorry, I... It's okay. It's all my fault. Yeah, it's all your fault. So you're Terry! You're the tough little schoolboy, huh? Hear you messed up some of my boys pretty good. If I let you go, schoolboy, it sets a bad example. You're the one trying to get information about the Longja. You're either real brave, or you're real stupid. I'm taking Nozomi home. Sure, you can. But... it's gonna cost you. What? My deal is, you gotta beat up Jin's son. Make it so he can't walk. Kuizang? Ah, so you know him, huh? Why him? He's in my way. Your way? As long as Chen's around, we won't be able to gain total control of the Hong Kong route. Is it a deal? All right. Ryo, don't! But one more condition. Oh, yeah? It ain't enough to get the girl back. You take me to Land D. This kid's got a death wish. He's got some screws loose. What do you say?
I know you're the one that guided Landy. Well, there's more to Schoolboy than Mr. I. You take me to Landy, then it's a deal. Phew! Fine by me, but only after you take out Guizan. Don't forget! Hey, I ain't no street punk. When Terry of Yokosuka speaks, he means what he says. I'm taking her home. Fine. Let's go. Да, ну и условия. Выбор был невелик. Thanks for saving me. But I won't let this go. Да, просто превосходно. Просто превосходная серия получается, дорогие друзья. Итак, нам нужно ложиться спать. И нас ждет новый день. Давайте поставим тренировку приемов ног. И посмотрим, что нас ждет завтра. Так, Назоми жива. Пообещал Терри, что я побью Гуижана завтра в 10 на складе номер 9. Ну что же, отправляемся в порт. Нет? Еще пока нет. Thank you.
Ryu поклялся отомстить, и мы очень-очень-очень близко подбираемся к Ланди. Наконец-то. Но сдержит ли свое слово Терри? Кто знает, скорее всего нет. Слишком он уж бундюган. Вряд ли он сам даже общается с Лэнди. Очень вряд ли. Скорее всего, он такая же шестерка, как и все. Том! Эй, Рё! Working hard at the harbor today, eh? Yeah. What's wrong? You seem kind of blue. No, I'm all right. Okay. Tell you what. You come on by later and let me treat you to lunch, okay? Хорошо, Том, мы заглянем к тебе обязательно. Young man, have a seat. Sure. I'm sorry, but I'm gonna have to ask you to resign. Am I fired? Yeah, I'm afraid so. Why? You see, there's been a mess of trouble since you started. Now, I know it ain't all your fault, but, well... And? When trouble starts affecting my company, that's a problem. You know what I mean? Yes. I understand. Thank you for everything. Mm. Теперь нас еще и уволили. Как жаль. Итак, давайте посмотрим, что у нас в дневничке. Рио записал. Надо попрощаться со всеми. Рио не знает, что будет дальше, но, наверное, он хочет попрощаться со всеми, потому что знает, что скоро будет встреча с Лэнди. Итак, с кем же со всеми? С Назоми, наверное, и с Томом. Давайте с Томом сначала попрощаемся. Хотя, подождите. Наш старый знакомый... Нет, его, к сожалению, здесь нету. Надо встретиться с Гором, надо встретиться с Томом, и обязательно с Назоми. Hey, Rio! Tom. It's cold. I'll get you some coffee, okay? I don't feel like coffee today. Hey, Rio, look! Tom, what was that leg move? A friend taught me this. It's a tornado kick. You want me to teach you? Конечно. Yeah, teach me. Okay, it's your lucky day. First, the music. First, I'll teach you the steps. You watch carefully, okay? Step forward, step again, then kick, okay? Very simple, okay? First, try the steps. You take two steps toward me, okay? Okay. Unbelievable, man! Who'd think someone could master that kick so quickly? But that's just like you, Rio. Thanks, Tom. No, no, no! This is how it's done, okay? Two steps forward, then! First and second kick! This is the real tornado kick! Now, Rio, you try it, okay? Ничего себе. Вау. Yeah, perfect. You got the rhythm now. Thanks, Tom.
That tornado kick is very powerful, okay? This kick is perfect for when you're surrounded by multiple opponents. Do you want to practice longer? Да нет, все понятно. No, that's okay. Okay! You mastered the leg move great. You're a good teacher, Tom. Thanks. What's wrong? I got something I need to tell you, Ryo. Tell me what? Tomorrow, I go back to America. What? All of a sudden? Not suddenly. I've been planning to for a while. Tom. Ryo, why are you going on your trip? I bet it has something to do with your father. Yeah. I thought so. Me? I'm going back to my home. And you'll be leaving soon too. Nobody can stop you. Tom. Even though we part ways, you'll still be one of my best friends. You're mine too. Today's the last day for Tom's hot dogs. Get them while you can. Yeah, I'll have one. Наконец-то мы купим хот-дог. Прием нога-нога торнадо освоен. Просто нога торнадо. Даже торнадо кик, как он называется на самом деле. Ну а теперь отправляемся к Гуйжану, видимо. My friend. Tom. Как это печально наблюдать, когда кто-то улетает в самолете, а ты смотришь снизу вверх на это. И у нас наступает вечер в порту. Ну что ж, дорогие друзья, вот на такой довольно печальной ноте мы закончим прохождение 25-й части My Potion. Мы встретимся уже в следующей заключительной части и посмотрим, чем же закончится первая часть этой великой саги. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.